Добрый день, дорогие друзья. Начал обработку участков от борщевика возле деревни Турково. Многие знают, что у меня здесь есть несколько участков. И вот сейчас трактор косит борщевик. Борщевика здесь очень много. Площадь, скажем так, заражения достаточно обширная. Участки большие, очаги. Здесь очаг. Развернуться. Вот здесь вот напротив моих участков тоже очаг большой. Здесь в 2016 году после проведения участков я обозначил точки, да, границы участка. И здесь вот сделали просеку. Вот она видна, да? Между участками. Вот. И, к сожалению, вот борщевик на освободившееся место тоже начал свое заражение. Пошел туда вдоль. Здесь мы тоже вот эту часть вдоль до конца и на... направо скосим, все зачистим полностью территорию. Трактор сейчас работает. Он ехал туда, в ту сторону. Вот видно колея от трактора, как он счищает. Прям срезает практически под ноль, измельчает в щепки. Поэтому, если вы вы столкнулись с такой же подобной ситуацией, как и я, к сожалению, приобретал участок я зимой. И как раз в этот период не видно было, да, состояние участка. Но когда весной я сюда приехал, я обнаружил здесь огромное количество борщевика. Это просто было вот здесь, вот здесь эта часть вся была заросшая борщевиком. Но тем не менее я не придал этому серьезного значения. Это была моя первая ошибка, которая стоила мне теперь вот этих вот большого количества обработок. Он за это время, за 4 года, очень сильно разросся. И захватил еще большую территорию, рассеялся. И сейчас он занимает еще большую площадь, раза в 3 или в 4 больше, чем было 4 года назад. Вот такая сейчас ситуация. Мы наблюдаем большое количество борщевика, как с правой стороны, так и с левой стороны. Здесь вот планируется дорога, с левой стороны от меня начинаются участки. Вот эту часть территории, одну сторону участков, будем косить. Потом перейдем к следующей стороне участков. Мы наблюдаем большое количество борщевика. Вот он здесь вот уже перемещается в лес. По правой стороне много прошлогодних, мы видим, засохших зонтиков. Вот эта вся часть будет тоже сейчас скошена. Поэтому сейчас, в этом году, мной было принято решение зачистить эту территорию от борщевика, не дать возможность новым семенам распространяться здесь. И после этого, через какое-то время, примерно через неделю, когда пойдут еще один сход от корней, произвести обработку гербицидами. И другого варианта борьбы с данным растением в данный момент пока не придумано. Ну или только постоянное кошение или выкапывание корней, перепашка тоже как бы существенно влияет, но все равно как-то... Это все, конечно, стоит по финансам недешево, но вот гербициды, скажем так, для меня один из вариантов, потому что работа, обработка от борщевика – это комплексная работа, которая подразумевает под собой несколько этапов и различные виды воздействия. Поэтому, если у вас такая же похожая ситуация, возможно, у вас есть какой-то вопрос, могу как бы из тех знаний и опыта, которые я уже получил, подсказать в этом вопросе. Участков достаточно много, заросших борщевиком. Где-то в меньшей степени, где-то в большей степени. И, соответственно, существуют разные подходы к обработке. Большей площади одна технология, меньшей площади другая технология. Поэтому везде, скажем так, свои нюансы и тонкости. Ну что ж, мы продолжаем. Слышу, шум трактора едет сюда. Что ж, до встречи в новых видео. Пока.